Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Klage Mao TV» «Монсанто под фальшивым флагом». По вине Монсанто 250 тысяч индийских фермеров покончили жизнь самоубийством, потому что испорченные семена полностью разрушили их существование. Также и в США все больше фермеров предостерегают от использования продуктов этой фирмы, в то время как один фермер за другим становится из-за Монсанто банкротом, этот концерн разрастается как гигантская раковая опухоль по всему миру. Чтобы скрыть свою плохую репутацию, концерн продает семена овощей садоводам-любителям под именами ранее выкупленных им фирм. Так, генконцерн сбывает семена огурцов, томатов и салата под именем своей дочерней фирмы Teruta Seeds. Таким же образом он злоупотребляет именем фирмы Siemens. По всему миру Monsanto содержит свою собственную сеть эксклюзивных дистрибьюторов, которые должны поставлять потребителям их ядовитые семена от своего имени. Также используется марка Kippenkel, след которой тянется через Teruta Seeds к Monsanto. Хотя, согласно объяснениям Monsanto, посевной материал генетически не модифицирован, но ведь очевидно, что все то, что приносит выгоду Monsanto, вредит человечеству, а кроме того и всей природе планеты. Спасибо за внимание и до встречи!